Всем привет, с вами Филипп, и мы продолжаем играть в Sleeping Dogs. И я уже бегу. О, тут деньги, что ли? Да, 50 штук, круто. Сори за телефон, но бывает. Так, да, я поприветствовал всех, да, все хорошо. Сказал, что Sleeping Dogs играю. Вау, я уже рядом с миссией. Так что мне никуда не надо. Get over here now. What's going on, Winston? It's Benny, manager of Club Bam Bam, old friend of mine. Now he's working for Dog Eyes. That Hom Gatan is getting back at us for taking his minibus route. Look, I'll go talk to Benny, make him see reason. Yeah. Yeah, wait, you go do that. Какой злой ты. Вообще убийца. Ну чё, бывает. Чувак просто не в настроении, так чей-то я ударил. Не знаю. Стой. Попали. И как назло всегда тачек нет. Ну ладно. Привет. Стой. Можно хоть на тебе прокатиться? Вот так. Быстро. Давай. Бери ты его, блин. Да плевать, что минус 5. Блин, сейчас так очень шумит. Мозгахи. Я же менял звук, да? Звук, да, менял еще пониже. Вообще стучит так. Да. Сохранить изменения, да. Все. Просто эта музыка очень прикольная. Так. Мы рядом с миссией, так что, блин. Вау, меня вертят. Не, я не хочу выходить, но там музыка, да. Чуть оно все заново началось. Да ладно, плевать, снимай ты. Сколько ты еще будешь этих масочек снимать? Так, клуб Бам-Бам. Да, пока я тут. Еще мне там сказали, мне надо было позвонить. Я же звонил уже, да? Да, и мне сказали, надо найти машину около клуба Бам-Бам. Походу, да. Так, можно зайти, чувак? You gonna let me in? What do you think you're doing? I got a message from Dog Eyes. You wanna tell him you sent me away? Dog Eyes? Oh, sorry, of course. Come on in, sir. А если будет каждый говорить, что на псиного глаза, вы его будете впускать? Тогда я тоже смогу зайти. Так, да, я зайду. Че толкаешь? Так, Бенни в вип-зоне, проучи его. Ок. Так, поговори с вышибалой в вип-зоне. Здорово. Так, ладно, пойдем поговорить с управляющей насчет випа. Девочка. Hey, what's your name? I'm Tiffany. Nice to meet you. I'm Wei. Wei Shen. You're a karaoke hostess, right? Can you get me into the VIP room? Sure. Just come with me. О, опять? You have a bit of an accent. Are you from around? Yeah, originally, but you know, I was in the States for a long time. Дай пройти, чувак. Не видишь, девушка, я иду. И ты тоже дай пройти. Мне плевать за твой стакан. Здорово. Чё мы будем петь караоке? Да. Давайте. Давайте спой в караоке для Тиффани. Ок, спеть караоке. У нас только одна песня, мы ее можем. Давайте ее выберем. Так, тут очень сложно, я вам вот отвечаю прям. И это только первая песня еще. Так. Ну,
очень сложно. Ну поэтому прикольно. The Snowdown. Отлично. Соло на гитаре. Байли. Пропускаю. Все. 94%. Хорошо очень. Тинь-тинь-тинь-тинь. Хорошо. Wow, you're actually really good. Listen, you know, I like it down here, but back home, I'm used to a little more. You'd be the person I talked to about that, right? Can I get a VIP room? Yes, of course. It's much nicer up there. Go ahead to the lounge upstairs. I'll get the room set up. Так, вы знаете, нам комната не понадобится. Сейчас там будет драка, пожалуйста, не заходите. Сейчас там будет просто мясо. Ну, мы же идем к этому, чтобы избить его. Пройдите вип-зону. Я уже в вип-зоне. Вот они все. Вот они. Ты нахер такой? Эй, Бенни! Я! Some guy here wants to talk to you. Hey, hey, what can I do for you? I have a message from an old friend, Winston Chu. What, Winston? Well, that, this isn't such a good idea. I think you should leave. He wants you to know that Dog Eyes isn't your problem anymore. If he gives you any trouble, you let Winston know, and I'll take care of it, personally. You heard that, man. Get the fuck out of here. Лучше бы ты помолчал, лучше бы ты помолчал. Ты не знаешь, на что способен наш чувак. Давай, давай. О, она. На. Давай. Сыч. А, фиг тебе с маслом. О-о-о, сейчас самое прикольное будет. На. Целый фонтан воды. Да иди ты нахер. На. А ты не хочешь поиграть в музыку? Ах ты тварь. Че ты там? На. Все. Уладили разговор. Hey, get the fuck out of here. Benny, I know you're in there. Еще один. Тварь. Hey, на. Выбираться, выбираться. На. Иди сюда. Хочешь послушать музыку? И... Так послушай ее. Ах ты тварь. Ты че, не понял? На. Все, ты сам напросился. Иди сюда. Смотри, статуэтка. Статуэтка, статуэточка. О, да, вы нашли статуэтку. Теперь мы можем узнать новый прием. Это хорошо. Так, идем вниз. Как там? Твою нахер нож. Иди ты со своим ножом. Блин, да тут их дофига.
Да не пошел бы ты. Иди послушай музыку твою ж. Ах ты ж, блин. Как же это больно. Я тебе сейчас отберу этот нож. На, давай, давай, давай. Давай, режь. Режь. Все, ножа больше нету. У нас свет больше не горит, поняли? Я вам все выкручу, все фонарики. Когда же ты уже упадешь и умрешь? Твою же. Сдохни, блин. О, блин. Чувак, да ты живуч. Все, ты сам напросился. Иди сюда. Чувак живуч, приживуч. Все, сам напросился. Наконец-то. Круто, я ее бежал. Еще одни. Иди ты нахер. Так, о-о-о, тут можно толчками связаться. Пынь. На, понюхай свежесть писсуара. Че ты? Думаешь, так ты крутой? Хочешь почувствовать свежесть писсуара? Твою же. А, фиг промазал. Надо вот это вот завалить, который бьет меня ногой же. Ах ты тварь. Так, значит его просто так не завалить. Его взять нельзя. Его свалить с ног нельзя. Он самый крутой. О, противник нейтрализован. На. Прям в рожу. Relax, Benny. I'm not gonna kill you. Okay. Just listen. Okay. What do you want? Just what I said. Winston wants to be your friend. А сразу нельзя было это сказать. What about dog eyes? That's your problem. I hope you're right. For my sake. Can I go now? Of course you can, Benny. Он весь пересрался. Ну, конечно, в туалет забежал. Надо же было пока посрать от страха. Все, так, доступен повторное задание вообще. Так, улучшение отряда. Тик-тик-тик. Так. Оружие ближнего боя наносит повышенный урон. Заберите на противника и наносите сокрушающий удар. Вот это хочу попробовать еще. Удерживайте. Так, рукопашная. Рукопашная нам нельзя. Потому что надо прийти к этому чувачку. Так, пора встретиться с условием вместе через час. Через час. Айкози. Или Икози. Ну как там у них ботинки читаются? Икози или Икози. Опаздываешь, чувак. Fuck, Raymond, where do I start? There's a civil war brewing in the Sun on Yi. Winston and Dog Eyes escalated practically every day. Don't you read my fucking reports? I mean, you personally. How are you doing? Look, Raymond, I gotta get back. Your state of mind is important, Wei.
It's important to me, it's important to how you do your job. Fuck you! I do my job just fine! Well, that's for me to decide! You mean Pendrew! Pendrew assigned me as your controller. And listen, Wei, Pendrew may not be concerned about you, but I am. I know you have a personal stake here, but this cannot be a vendetta. We're cops. There are rules. You're a cop. I'm an undercover cop. The rules are different. And you're fucking concerned about me? You are an officer of the law, Wei. Same as me. We are not the same. You understand? We done? Yeah, we're done. Понял, я не как ты. Я убиваю. Я дерусь. И не как вы. Я не коп. И не агент. И не ФБР. И никто. Я просто спаситель там всех. С открытыми глазами спал. А, телефон звонит. Давай, доставай его. А, это твой будильник. Ничего себе. Ладно, опять у кого-то там караоке они там, походу, поют, либо просто песни играют. Ладно, всем пока, с вами был Филипп, и мы проходили игрушку Sleeping Dogs. И будем продолжать, она, может, долго очень будет. Ладно, всем пока.